С 7 по 11 февраля на территории обслуживания линейного отдела полиции на станции Актобе проходила акция «Безопасность на транспорте». За это время стражами порядка было выявлено 71 правонарушение. В частности, 5 человек были уличены в распитии спиртных напитков или появлении в общественном месте в пьяном виде. Еще 59 нарушителей привлечены к ответственности за переход железной дороги в неположенном месте. Также были проведены разъяснительные работы в средних школах, ЖД организациях на тему железная дорога, зона повышенной опасности. Работа данного направления ведется, и убедительная просьба переходить ЖД полотно в установленных местах.